Добрый день, уважаемые друзья! Очередное видео для вас весьма интересное. Именно знание пчелиных законов дает нам возможность правильно содержать нуклеусы, маток, пчел, пчелосемьи. Ну, естественно, иметь хорошие доходы, пасеку иметь. Для этого мы содержим, получая прекрасные пчелиные продукты, это как мед, прополис, воск, маточное молочко. Итак, сегодня я прочитаю весьма интересная информация. Способ содержания неплодных и плодных маток. Это пишет один человек, Чувашская ССР, Максимов. Вот он тут такую информацию нам дает. Весьма интересная информация, как всегда я стараюсь подобрать. Та, что нужно нам, пчеловодам. Хорошая матка – одно из важных условий быстрого размножения пчел и получения от них высокого медосбора. В статье Солодковой о поведении плодных и неплодных маток в пчелиной семье, это пчеловодстве номер 8, 58 года, затрагивается вопрос о влиянии содержания неплодных маток в семьях разной силы и микронуклеусах. Ну, кто-то говорит, что если маленькая семейка, все пчеловоды стараются как можно маленькие нуклеусы, как можно больше сэкономить пчел в больших семьях, чтобы они принесли меда, и как можно меньше пчел для маток. Вот. И говорят, что это прекрасно. Ну вот мы послушаем, правильно ли это или нет. Слушаем дальше. И как сделать более приемлемый вариант. Средняя семья, сильная семья для вывода маток, ну, в смысле для содержания. Нуклеусы бывают, мини-нуклеусы, которые средние силы, а которые большие нуклеусы на три рамки. Итак, друзья, читаем дальше. Многим пчеловодам известно, что условия содержания маток до подсадки их в семьи оказывают существенное влияние на яйценоскость и сроки спаривания. В 40-летней практике работы на пасеке мне не раз приходилось убеждаться в преимуществах маток, содержащихся вплоть до начала откладывания яиц в нуклеусах с большим количеством пчел. Но необходимость экономить мед и пчел не всегда позволяет получать маток таким путем. Понятно. Пчеловод говорит, и я с этим согласен, вот что, если и сама жизнь подсказывает, что если матка вывелась в хорошей, сильной семье, больше гарантии, что она может быть более качественная. Читаем дальше. Это заставило меня заняться поисками способов содержания маток неплодных в кавычках и плодных в небольших семейках без ухудшения их качества. Но как это сделать, чтобы это была небольшая семейка и качество матки не ухудшилось? Решение было подсказано самими пчелами, неоднократно находя рои весом 150-200 граммов с неплодными матками. Я их сажал в улье на одну рамку суши. В условиях продолжительного летнего и осеннего взятка эти семейки настолько усиливались, что представлялось возможным оставлять их на зиму. Как правило, матки на следующий год оказывались весьма хорошими. Обратите внимание на самый конкретный случай, что маленькие семейки, даже можно рой разделить на 150-200 граммов, и у вас этот роек никуда не слетит, он будет развиваться с одной молодой маткой. Читаем дальше. Как правило, так. Учитывая это, я стал содержать маток в нуклеусах с заселенными роевыми пчелами. Чтобы заставить роиться семьи, от которых мне хотелось получить маток, я применял общеизвестные способы, ускоряющие роение, в основном обильную подкормку, ну и также сокращение гнезда или добавка туда расплода, чтобы как можно было тесно в этой семье. По выходе роя первака я продолжал подкормку и добивался выхода второка. То есть первак он ловил, а вторак уже заставлял выйти. Привившийся рой, вторак, я снимаю не полностью, оставляя на привое пригоршню пчел, которых неудобно снимать. Я внимательно просматриваю, есть ли среди них матка. Это вполне возможно, так как пчелы остаток роя сидят на привое неплотно, а молодая неплодная матка бегает по пчелам. Если же пчелы скучились, стряхиваю их с привоя. И когда они начнут садиться на привой, удается установить наличие матки. Если матки нет,
Открывая улей роившейся семи, нахожу вышедшую из маточника или только еще прогрызающую крышечку маточника матку и в клеточке переношу ее на привой к пчелам, но не выпускаю к ним. Когда пчелы облепят клеточку с маткой, семейку переселяю улей малютку, не дожидаясь вечера. Прикрепляю ульек в непосредственной близости к привою. Пчел остаток роя черпаю столовой деревянной ложкой и высыпаю в ульек, предварительно поместив в него две рамочки со встроенными сотами запаса меда. То есть это он имеет ульек нуклеус. Задолго до вечера семейка приступает к работе. Так как тарак иногда выходит с несколькими матками, то собранный рой не остается без матки. Вот это можно усовершенствовать, он, конечно, это сказал, как это делает он, ну, так сказать, продолжительно, то это можно этих пчел струсить, поделить, рассыпать, дать им помадки, поставить на ночь, никуда они не слетят, потому что у них роевые способности. Если нужно организовать несколько нуклеусов для содержания молодых маток, то маток беру от семьи, отпустившей роев тарака. Вечером при посадке роя ставлю клеточки с этими матками в улейки и заселяю их пчелами от роя в тарака. Ну вот тут то, что я вам сейчас сказал. То есть второй рой в тарак можно поделить на сколько вам удастся поделить, на 2, на 3 нуклеуса и дать им по матке в клеточках неплодных. Они свободно их принимают, потому что это роевые пчелы, они очень легко принимают этих маток. Интересно отметить следующее. Нуклеусы малютки, заселенные хотя и молодыми, но не роевыми пчелами, очень часто лишаются пчел. Но мне ни одного разу не приходилось наблюдать слета роевых пчел из маленьких семеек. То есть роевые пчелы имеют свойство запоминать свое место и там жить, и там развиваться. И слета не бывает. Что проблема, бывает зачастую, когда показывают на видео только начало, как они заселяют нуклеусы. Засыпали один, второй, третий. Вот так красиво мы их засыпали. Вот так поставили маточники. Ну, а концовка-то потом позже выходит так. 10 или 15 нуклеусов засыпали, 5 слетело. Или еще какая-то проблема. То есть пчелы не задерживаются пока. А вот здесь, вот это надо учесть. Пчелы остаются, потому что они роевые. И далее читаем. Это подтверждается тем, что остатки неряшливо собранных роев долго остаются на привое, даже в тех случаях, когда матка унесена собранным роем. То есть, если вы неудачно собрали рой, на каком-то суку висел или на толстом дереве, его невозможно собрать, вот, то там часто висят остатки пчел и никуда не улетают. На основании этого он решил сделать вот эти вот нуклеусы. На основании этого опыта. И все это пчеловоды знают. Если рой неправильно собраны, то есть основную массу собрали, остатки пчел могут там долго висеть и день, и два, и три. И пока со временем они или не погибнут, или не разлетятся по другим ульям. Далее читаем. Эти пчелы ежедневно летают на работу, живут до тех пор, пока не погибнут от голода вследствие прекращения взятка или от других причин. В период роения и главного медосбора семейки собирают достаточное количество корма, строят сотики, матка откладывает в них яйца. То есть такие нуклеусы работают усиленно, как раи. Их не надо заставлять. То есть они, как раи, могут тащить мед, развиваться, овощинку делать, соты делать, все. То есть намного меньше приходится заботы о них. При необходимости заменить той или иной семье матку, нуклеус подношу к этой семье. Открываю литковое отверстие и прикрываю подушками так, чтобы при попытке вылететь на волю, пчелам нуклеуса пришлось бы проходить через гнездо в обезматочную семью. В этом случае ни одна из пчел нуклеуса не возвращается на старое место. То есть, если она попала в безматочную семью и туда эта матка перешла, то вся семеечка нуклеус остается там. Через 2-3 дня пчел нуклеуса вместе с маткой стряхиваю в улей, а рамочки с расплодом вставляю в пустую гнездовую рамку и поставляю в гнездо семьи. Такой способ содержания дает возможность получать доброкачественных молодых маток. Полагаю, что условия содержания маток в таких
уликах или нуклеусах не хуже, чем нуклеусах с большим количеством пчел. Во-первых, в небольшом рое имеются пчелы разных возрастов, которые сразу принимаются за работу по сбору нектара и пыльцы. Они обеспечивают молодую матку таким же уходом, как и пчелы более сильного роя, например, вторака. Во-вторых, температурные условия в нуклеусе не отличаются от условий обычного улья. Никуда не слетевшие пчелы не слетают, дают хороший обогрев. Конец этой статейки. Итак, друзья, вот это вот то, что я хотел вам передать. Это весьма интересная информация для вас. Вы должны взять во внимание, что эта статейка дает нам весьма полезную информацию, что у вас нуклеусы, которые будут делать, дадут вам радость и удовольствие. Никуда не слетят. То есть создать семью, условия в семье, чтобы она собралась на роение. И к этому времени даже можно на прививочной рамке вывести маточники, сделать тоже, и даже маточники можно подставить, и матку подставить. То есть эти семьи воспринимают очень хорошо маток. Итак, удачи вам, до встречи, подписывайтесь, ставьте лайки. Ждем ваших, так сказать, отзывов и комментариев.